Свадебный переполох теперь и на медовых водопадах в Карачаево-Черкесии. Торжественная регистрация брака – яркое и значимое событие в жизни молодоженов. Три счастливые пары сочетались узами брака на панорамной площадке в окружении живописной природы. Организатором мероприятия выступил ЗАГС Малокарачаевского района. Как проходило торжество, расскажет Дарья Тендит. Что может быть прекраснее торжественной регистрации брака на фоне великолепной природы? Так подумали Амината и Исмаил Салпагаровы. Новый этап в жизни молодожены решили начать эффектно. Нас просто пригласили, и мы, будет эффектно, на память, запомнится, красиво. И согласились. На самом деле, да, необычное место. Воздух, пейзаж, люди, все это просто чудесно. Вместе они на протяжении 9 лет выросли в одном селе. Ему нравится ее характер, красота, а ей его оптимистичный взгляд и искрометный юмор. Начались их романтические отношения в институте и переросли в крепкую счастливую семью. С каждым днем любовь вспыхивает с новой силой, отмечает пара. Серьезно общались, и в какой-то момент вот я просто встал, подумал, ну, мы созрели для этого. Что нужно для того, чтобы это была крепкая и счастливая семья? Взаимопонимание, уважение. Терпение, терпение, еще раз терпение. Три счастливые пары, у каждой своя трогательная история любви. В этот ответственный и романтический момент на фоне медовых водопадов в окружении живописной природы 6 заветных «да» прозвучало. Молодожены обменялись кольцами, а после им вручили важный долгожданный документ в их жизни. В рамках года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, выездные регистрации на фоне природных ландшафтов Карачаево-Черкесии стали особенно популярны среди пар, решивших узаконить свои отношения из разных уголков России. Атмосферно и красиво на фоне водопадов, не только в горах, можно провести торжественную свадебную церемонию. Практически все, которые регистрируют здесь брак, но проживают в других концах нашей большой России. Желающих становится больше и больше. Боюсь, что как бы, лишь бы мы то количество, которое хотят извне республики приехать зарегистрировать здесь свой брак, чтобы мы их успевали регистрировать. Много теплых слов поздравлений прозвучало на торжественной церемонии. Молодоженам вручили памятные подарки от главы Малокарачаевского района и от владельца туркомплекса «Медовые водопады». Звучали и музыкальные поздравления, а после они отправились делать свадебные фотографии. Считается, что медовые водопады приносят счастье молодоженам. Сказочная локация в полной мере позволяет насладиться романтическим моментом. А воспоминания о главном дне в их жизни надолго запомнятся в их памяти. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Малокарачаевский район.